Так, товарищи, всем привет! Сегодня открытие охоты. На утку поставили утренку. Подранок один был, не нашли. Там парни взяли. Сейчас пошли, вон, пройдемся по вехерю. И, может, репчика поднимем. Не знаю, если будет здесь, тут и там. Такие будут маленькие видосики, блин. Так, ладно, все, мы идем по полю большому. Вот туда, вот до того леса. Это, наверное, 500 метров здесь. Прошлись что-то по полю. Тишина. В этом году не стали сеять они сюда. Зерновые никакие. Там тоже что-то вехер, тишина. Там пораньше приходить. Или теперь вечером сидеть ждать. Улетел. Так он в том году весь тут сидел на поле, питался. Все, теперь к машине идем. Сейчас еще там в одно место заедем. И все. Короткое открытие получилось. Сутками накрытие не повезло. Пришли за воронами. Краухантинг там за ним вон летают, твари. Сейчас попробуем. Вот, может, ворон возьмем. Хоть что-то надо же взять на открытие. Может, на вечерке? Так, ну с утра у нас что-то ворона была. Не заладилась. Тоже подранок куда-то улетел вообще туда, в тютюши, блядь, короче. Там деревня, кстати, тютюши называется. Она в лесу находится. Тютюши, блядь. Туда все подранки улетают, блин. Короче, вот как-то так. А, наш трансфер, наверное, вечером будет. Не знаю, что-то как-то... Таможня не пропустила с утра. Что-то как-то, да. Наших... Вон они летают, твари, блядь. Мои виды вороны. Наших ворон и уток таможня с утра не пропустила. Наверное, что-то у них неправильно с документами. У меня и патронов нет, блин, уже. Надо крутить. Кручу, кручу, патроны сейчас кручу. Кручу, кручу, я на охоту хочу. Сейчас они документики там это подшукают и прилетят вечерком. Может, их надо и ловить на червячков? Срать садится, что ли, блядь? На червячков. Он грибы не будет ищет или землянику? Какие грибы? Ну, он что-то собирает. Все, я на видео сказала плохое. Да, и ничего страшного. Все, ладно, покеду пока. Попыхах не сняли, с подхода подошли в другом месте, уточку одну взяли. Ну вот не сняли видео, блин, жалко, там фотку я вставлю одну. Я сейчас опять на старом месте, ведь вечерочка. Посмотрим, что будет. Да-да, нет, нет. Ну как-то так. Опять все заволокло тучами вон. Сейчас посмотрим. Так, какие ребятушки. Вот. Прям уточка упала в метре от меня. Только что взял. Вот такая вот она хорошенькая какая. Вот она. Вторая сегодня. Третья по счету, вторая по находке. Повторочка. Так, и ребята. Повторочка. Есть, как сказать, снимали, ничего не снялось. С открытием нас две взяли, третья ушла куда-то, не нашли. Только что сейчас вот мужики бабахнули, там подранок где-то плавает. Приезжайте, это... Да, если кто хочет приезжать. Так что сегодня открытие удалось. Всех с полем, всех с открытием. Ура! Ура! Все.